Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт», которую я назвал «Крымские грезы». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича, видео Юлии Дебровой из цикла «Ожившая поэзия». Сразу вдруг негаданно, нежданно мне устроили засаду. Как я счастлив, как я рад, приходи на Иноград, что растет в равнинах Крыма и в горах. Рядом горы и Петри, и медведь себе зовет, и артека звонких песен, и красоток кровов. Все услышишь и увидишь этот рай у нас в Крыму. Кто не видел южный берег, тех, друзья, я не пойму. Помню, выловил красотку как-то ночью под луной, и запела она звонко на сиянку ночью той. Вот с тех пор я без песен, без красоток не могу. Потому мне простите, если крикну «Я люблю». Вот с тех пор я без песен, без красоток не могу. Потому вы мне простите, потому вы мне простите, если крикну «Я люблю». Я люблю, как наваждение вновь преследует меня, заражаю всех любовью и кричу «Люби меня». Я люблю, как наваждение вновь преследует меня, заражаю всех любовью и кричу «Люби меня», заражаю всех любовью и кричу «Люби меня». Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт», «Крымские грезы». Слова, музыка, исполнение Самуила Фрумовича, видео Юлии Дебровой из цикла «Ожившая поэзия».